Как повысить платежную дисциплину собственников? Какова ситуация с капитальным ремонтом домов и переселением из аварийного жилья? За круглым столом впервые собрались руководители управляющих компаний, представители жилинспекции, ресурсоснабжающих и общественных организаций и пришли к выводу, что ЖКХ без проблем – это вполне реально. Елена Коржова руководит управляющей компанией, которая отвечает за 101 многоквартирный дом и считается одной из образцовых в нашем регионе. Здесь нашли подход даже к тем, кто не любит вовремя оплачивать коммунальные счета. Им предлагают реструктуризировать долг и погашать его небольшими суммами в течение 1-2 месяцев. Собственник – это во главе угла. Все его вопросы мы должны решать. Человек должен быть партнером. Он должен понимать, что мы, управляющая компания, не для того, чтобы где-то решать вопросы для себя лично, что управляющая компания создана для них, и они участники этой управляющей компании. На сегодня 90% работников управляющей компании – жители наших микрорайонов. Участники встречи отметили, быстро откликаться на заявки и просьбы людей, устранять неполадки, прислушиваться к замечаниям, уметь защищать права владельцев квартир, открывать офисы УК в шаговой доступности – все это поможет оперативно решать возникающие проблемы.